Доброго времени суток всем зрителям канала Device. В этом видео я расскажу вам о лучших ноутбуках с диагональю от 15 до 16 дюймов в 2022 году. Какие модели пользуются большой популярностью среди пользователей и действительно достойны называться лучшими? Ответ на этот вопрос и предстоит узнать. Как обычно, в описании мы оставили ссылки на все ноутбуки, представленные в нашем рейтинге, перейдя по которым вы сможете узнать актуальные цены и технические характеристики. Там же вы найдете промокод с приятной скидкой. Готовы? Поехали! Свой топ я хочу начать с модели MSI Thin GF63, которая получила IPS-экран с диагональю 15,6 дюйма, максимальным разрешением 1920 на 1080 пикселей и частотой обновления кадров 60 Гц. Этот игровой лэптоп имеет на своем борту шестиядерный процессор Intel Core i7-10750H, а в качестве графического ускорителя выступает Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q. Всего доступно 8 гигабайт оперативной памяти DDR4. Также отмечу наличие твердотельного накопителя емкостью 512 гигабайт. Помимо всего прочего, стоит упомянуть, что экран получил матовое покрытие, а клавиатура — подсветку. Данный ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы. Он выполнен в прочном металлическом корпусе, а его вес составляет всего-навсего 1,86 килограмма. Как думаете, подойдет вам такой геймерский вариант? В своих отзывах пользователи зачастую в позитивном ключе пишут про дисплей, производительность, удобную клавиатуру, возможности расширения как постоянной, так и оперативной памяти, а также малый вес и небольшой размер. В минусах владельцы иногда указывают то, что устройство ощутимо греется и шумит при серьезных нагрузках, а также не самые лучшие динамики. Хотите разбираться в компьютерах и быть в курсе различных технических новинок? Тогда подписывайтесь на канал Device. Также не забывайте кликать по колокольчику, чтобы моментально узнавать о выходе наших новых видео. Далее в нашем рейтинге идет еще один игровой ноутбук, но на сей раз с диагональю 16 дюймов. Максимальное разрешение IPS-экрана составляет 2560 на 1600 пикселей, а частота его обновления достигает 120 Гц. Производительность в играх и не только обеспечивается 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 5800H, который работает вместе с видеокартой Nvidia GeForce GTX 1650. В качестве единственного накопителя выступает SSD с объемом 512 гигабайт. Что же касается оперативной памяти, то всего доступно 16 гигабайт типа DDR4 с частотой 3200 МГц. Помимо всего прочего, я хочу отметить, что экран получил антибликовое покрытие, а клавиатура имеет подсветку. Устройство продается без предустановленной операционной системы и выполнено в прочном металлическом корпусе. Его вес составляет 1,9 килограмма. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про быструю работу лэптопа, удобную клавиатуру, экран, малый вес и хвалят качество сборки в целом. В недостатках же владельцы иногда указывают невозможность добавить больше оперативной памяти и не самый удобный тачпад. Как вам этот ноутбук? Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующий ноутбук, о котором я хочу вам рассказать, носит название Acer Xtensa 15. Эта модель получила экран с диагональю 15,6 дюймов, IPS-матрицей и максимальным разрешением 1920 на 1080 пикселей. Его частота обновления составляет 60 Гц. Данный лаптоп имеет характеристики добротного офисного варианта, который также хорошо подходит и для просмотра различного контента. За его производительность отвечает 4-ядерный процессор AMD Ryzen 5 3500U, а в качестве графического ускорителя выступает AMD Radeon Vega 8. Что же касается оперативной памяти, то всего доступно 8 гигабайт типа DDR4. Также установлен один твердотельный накопитель емкостью 512 гигабайт. Весит ноутбук всего 1,9 килограмма. Помимо всего прочего, хочу отметить, что экран получил матовое покрытие. Устройство продается без предустановленной операционной системы. В своих отзывах
отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про приемлемую стоимость, производительность, малый вес и компактный размер. Иногда владельцы ругают не лучший экран и звук. А вы уже подписаны на нас в Телеграме? Там мы публикуем интересные обзоры, разные сравнения и эксклюзивный контент только для подписчиков. Переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь. Далее в нашем топе идет игровой ноутбук, который носит название Asus TUF Gaming F15. Эта модель может похвастаться дисплеем с диагональю 15,6 дюйма, максимальным разрешением 1920 на 1080 пикселей, матрицей IPS и максимальной частотой обновления кадров 144 Гц. Производительность лэптопа обеспечивается 4-ядерным процессором Intel Core i5-10300H, который работает вместе с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650. Что же касается оперативной памяти, то всего доступно 8 гигабайт типа DDR4 с частотой 2933 мегагерца, а в качестве единственного накопителя установлен SSD емкостью 512 гигабайт. Также отмечу, что экран устройства получил антибликовое покрытие, а клавиатура имеет подсветку. Данный ноутбук продается с предустановленной операционной системой Windows 10 Home, что достаточно удобно, потому как позволяет начать пользование им буквально сразу же после распаковки. Весит он 2,3 килограмма. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про производительность, высокую частоту обновления экрана, регулируемую подсветку клавиатуры, дизайн, малый вес и дисплей. В минусах владельцы изредка указывают то, что ноутбук серьезно греется при нагрузках и шумную работу системы охлаждения. Интересует стоимость данной модели? Тогда загляните в описание, где мы оставили ссылки на толковые магазины с самыми привлекательными расценками. Финальную тройку нашего рейтинга открывает модель Lenovo IdeaPad Gaming 3. Это очередной игровой лэптоп в нашем топе. Он получил экран с диагональю 15,6 дюймов, максимальное разрешение которого составляет 1920 на 1080 пикселей. Частота обновления IPS-дисплея достигает 60 Гц. В качестве центрального процессора выступает 6-ядерный AMD Ryzen 5 5600H, который работает в паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Всего доступно 16 гигабайт оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц. Также доступен всего один SSD-накопитель емкостью 512 гигабайт. Помимо всего прочего, отмечу, что экран имеет антибликовое покрытие, а клавиатура получила подсветку. Этот лэптоп поставляется без предустановленной операционной системы и весит 2,25 килограмма. Что же касается отзывов, то в них пользователи в позитивном ключе обычно пишут про быструю работу, высокое качество сборки, дизайн, удобную клавиатуру с подсветкой и приемлемую стоимость. В недостатках владельцы иногда указывают не лучшие динамики и маркую поверхность корпуса. Предпоследний ноутбук, о котором я хочу вам рассказать, от HP. Диагональ его экрана составляет 15,6 дюйма, а максимальное разрешение достигает 1920 на 1080 пикселей. Частота обновления дисплея с IPS-матрицей составляет 144 Гц, что не совсем свойственно рабочему лэптопу. Именно так, данная модель является именно рабочей, о чем говорит не только отсутствие дискретной видеокарты, но также малый вес и компактный размер. За производительность здесь отвечает 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 5500U, а в качестве графического ускорителя выступает AMD Radeon Graphics. Всего доступно 16 гигабайт оперативной памяти типа DDR4 с частотой 3200 МГц. Конечно же, с такими характеристиками, даже без дискретной видеокарты, во многие не слишком требовательные игры действительно можно поиграть с большим комфортом. Но нужно понимать, что наличие даже бюджетной видеокарты существенно расширит возможности этого ноутбука как игрового. В качестве единственного накопителя выступает SSD с объемом 512 гигабайт. Весит лэптоп всего 1,7 килограмма, что делает его самым легким в нашем рейтинге. В отзывах пользователи хвалят его за производительность, малый вес, тихую работу, компактность и дизайн. В минусы владельцы изредка записывают малое количество USB-портов и дешевый пластик.
А завершает наш топ-7 лучших ноутбуков с диагональю от 15 до 16 дюймов в 2022 году еще одна модель от Lenovo серии Legion 5 Pro. Она получила экран с диагональю 16 дюймов, разрешением 2560 на 1600 пикселей и частотой обновления кадров 165 Гц. За производительность отвечает 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 5600H, а в качестве видеокарты выступает NVIDIA GeForce RTX 3060. Всего доступно 16 гигабайт оперативной памяти типа DDR4. Также доступен один SSD-накопитель емкостью 1 терабайт. В отзывах пользователи в позитивном ключе пишут про производительность, экран, добротное охлаждение и клавиатуру. В минусах владельцы иногда пишут, что ноутбук тяжелый, хотя он весит всего 2,45 килограмма, а также жалуются на огромный блок питания. Огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылки на все ноутбуки, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании. Там же мы оставили и промокод с приятной скидкой. Пишите в комментариях, какая модель приглянулась вам больше всего, а если наше видео вам понравилось, не стесняйтесь ставить лайки. Также не забывайте подписываться на канал и кликать по колокольчику, чтобы первыми узнавать о выходе наших новых роликов. Удачи!